Владивостокский аэропорт установил рекорд за 2017 год. Он принял уже более 2 миллионов пассажиров. Такое случилось впервые за всю историю авиаперевозок в Приморском крае. Юбилейным 2-миллионным пассажиром стала девушка, которая летела из Владивостока в Японию. Но рекордное увеличение пассажиропотока связывают все же не с нашими соотечественниками, а с иностранными туристами, которые прилетают знакомиться с достопримечательностями, природой и культурой нашего региона. За последние 2 года турпоток из Китая, Японии и Кореи вырос в несколько раз. Мы к этой цифре стремились из года в год. И рассчитывали, что в этом году, в 2017, 2 миллиона будет достигнуто по показателям. Но считаю, что это заслуга всего коллектива предприятия. Каждый из сотрудников прикладывал немалые усилия к этому. И следующие годы будет и 3 миллиона, и в дальнейшем и 5. Мы не сомневаемся в этом.